Открытый областной турнир, посвященный 205-летию освобождения города Витебска в Отечественной войне 1812 года в честь Дмитрия Солунского на призы Витебской епархии Белорусской православной церкви и казачества, прошел в Витебске. Память святого великомученика Дмитрия Солунского издревле связывалась с патриотизмом, воинским подвигом и защитой Отечества. В войне 1812 года город Витебск был освобожден 26 октября по старому стилю. По-новому это 8 ноября. День этот – день памяти святого великомученика Дмитрия Солунского. Поэтому вот областное управление спорта и Витебская епархия договорились о том, чтобы провести в этот день турнир по дзюдо на призы Витебской епархии и казачества. И сделать этот турнир постоянно. Такой турнир мы проводили уже в 2012 году. Цель турнира – это воспитание патриотизма в наших детях. Более 200 ребят из Витебска, Орши, Полоцка, Лепеля, Минска, Гродно, Калуги, Пскова и Великих Луг приняли участие в турнире. Юные дзюдоисты 2007-2009 годов рождения встретились на татами, чтобы определить лучших. Сегодня мы проводим открытый областной турнир памяти освобождения города Витебска в Отечественной войне 1812 года. На двух татами у нас борется более 200 участников. Надеемся, что эти соревнования послужат дальнейшему повышению спортивного мастерства этих ребят. И в будущем надеемся, что они будут показывать хорошие результаты на мировом уровне. Потому что на этих соревнованиях у нас выросли уже такие спортсмены, как Захаренко Иван, Мужайло Дима. Также наш недавно стал чемпионом Европы до 23 лет Мукете Даниил из города Витебска. Конкуренция на турнире, как всегда, была высока, и юные дзюдоисты показали хорошую техническую подготовку. Поединки проходили по олимпийской системе. У каждого участника было огромное желание победить, ведь на кону не только медали турнира, но и путевки на участие в других крупных соревнованиях. Я занимаюсь дзюдо уже третий год. На втором году своего обучения я уже становился призером соревнований в Полоцке и в Лепеле. Сейчас в Витебске проходит турнир на призы епархии казачества. Много ребят из разных городов приехало на эти соревнования. Я приглашаю всех заниматься спортом и дзюдо. Меня тренирует Виктор Николаевич Сазонов. Я в спорте с 5 лет, занимаюсь дзюдо 2 года. У меня 4 первых места. И сегодня я выиграл и занял первое место. Победители турнира наградили грамотами и медалями. В разных весовых категориях первыми стали из Орши Пинчук Матвей, Сазанович Миша, Липкин Иван, Матюшко Иван, Морозов Макар, Моров Женя, Орлова Катя, Калиновская Карина, Буева Ксения и Суходолец Гордей и Мацулевич Данила из Полоцка.